Сімейні обіди – закономірна практика в усіх країнах світу, розвинених і не дуже. Таким обідом, наприклад, готують бразильських школярів. Такі порції отримують учні Греції. Це шкільна їжа учнів Франції. Такі обіди подають у школах Італії. А це їдять американські школярі. Ось таке звичне меню у школах Кореї. Такі обіди в Японії, Іспанії, Чехії, Словенії. І такий обід в українського школяра, нашого, Миколаївського. Харчування маленьких городян у школах та дитячих садках Миколаєва 15 років забезпечує місцеве комунальне виробниче підприємство «Монополіст» на ринку послуг організації харчування у навчальних закладах і не тільки. Тож репутацією підприємства керівництво особливо не переймалось. Майже 10 років його очолювала Надія Шуліченко. У 2013 році спалахнув перший публічний скандал з приводу неякісних продуктів, а саме овочів, що постачались у дитячі садочки. Обнаружил в детском саду, куда водил своего сына, на кухне полностью гнилые продукты, ну, овощи. И, в общем-то, с этого и начался весь сыр-бор, скандал, создание рабочих групп, одна, вторая. И только, к сожалению, вот за два года, что этим занимался, ничего не удалось сделать. Работало две комиссии. Первая комиссия создавалась по распоряжению Владимира Ивановича Коренюгина. И там была немножко анекдотичная ситуация, когда в комиссию по проверке вот этих вот этого предприятия, которое кормит детей, в эту же комиссию входил и руководитель предприятия, и чиновники, которые должны этим заниматься не в авральном порядке, а ежедневно. После года, более чем года работы этой комиссии, которая показала свою полную нерезультативность, мы на сессии создавали, уже был исполняющий обязанности Гранатуров Юрий Исаевич, уже при нем на сессии мы полтора часа создавали вот комиссию только депутатскую. Ну, то, как положено по закону о местном самоуправлении и прописано в регламенте. Здесь результатов было больше, потому что у нас все-таки появились конкретные выводы, конкретные замечания по разным детским садам. Депутатська комісія перевірила більшість дитячих садків міста і безпосередньо саме комунальне підприємство. Результати були невтішні. До проблем з якістю продуктів додались проблеми з їх кількістю. Попри встановлені норми та виділені бюджетні кошти, порції дитячих сніданків та обідів були значно легшими від встановлених. До речі, левову частку коштів підприємство витрачало на закупівлю овочів взимку. На момент окончание предыдущей проверки 2013 года книги складского учета поступления продуктов в продуктовый сырье были заведены, когда мы в прошлый раз проверяли, они все тогда завели эти книги. Сейчас они опять отсутствуют. Что свидетельствует о том, что КОП специально не ведет данные книги, что не дает возможности проверить поступление, расход и наличие остатков продуктов по кладовым в детских учреждениях. По всем нормативным требованиям книги складского учета обязаны быть. Во всех детских садах на пищеблоках отсутствует журнал учета отходов. Вошло в систему КОПа работать в учебных учреждениях без меню раскладки, ежедневного предварительного просчета стоимости питания на одного ребенка, что предполагает возможность записок и подгона к меню под нужную стоимость питания детей на день. Сопроводительные документы, подтверждающие количество и качество продуктов питания и производственного сырья, отсутствуют в большинстве учебных учреждений, как и раньше. Во многих накладных не указана стоимость товара. Але незважаючи на встановлені серйозні порушення, Надія Шуліченко безкарно продовжила керувати. Більшість керівників навчальних закладів, які безпосередньо відповідали за життя та здоров'я дітей, мовчали. А Миколаївське міське управління освіти регулярно перераховувало КОПу бюджетні кошти. У 2013-му понад 34 мільйони, у 2016-му передбачили вже 55,5 мільйонів гривень. На початку цього року активісти знову підняли тему харчування у навчальних закладах. С распоряжением мэра Сенкевича была создана рабочая группа по контролю питания фондов школ и электронных очередей в детских садах. В ходе нашей работы поступали жалобы, к сожалению, анонимные от родителей детей, которые в школах, в детских садах детки занимаются, учатся, и также от некоторых поваров, воспитателей, касательно качества питания и тех норм, которые, по их мнению, нарушаются коммунальным предприятием, которое возглавляла Шуличенко.
В ходе работы рабочей группы была создана комиссия, рекомендовано мэру создать комиссию по проверке конкретно коммунального предприятия КОПа. Со слов директоров детских садиков, что завозят протухшую продукцию, гнилую. Привозили окорочка. Окорочка невозможно было, не то что есть, их нельзя было нюхать. Они были уже испорчены, видимо, списаны. Хотя по документам все это высшего сорта, там, лучшего качества. Они там по 2-3 дня замачивали эти окорочка в уксусе, чтобы убить запах. Вместо масла, которое там завозилось по баснословной цене, там в 3 раза дороже, чем рыночная цена, привозили спред обычный, который даже на хлеб не мажется, там, или творог. Там. При рыночной цене творога 30-35 гривен килограмм, он завозился в детские сады по 100 гривен килограмм. Это, понятно, это возмутительный факт. Та попри все, в міському департаменті освіти щодо якості харчування і обслуговування до комунального підприємства претензій не мають. Кажуть, діти не труються і добре. А куди і на що витрачає комунальне підприємство мільйони бюджетних коштів, контролювати не повинні. Ми купуємо услугу. Вот, поэтому сколько там будет человек на пищеблоке, мне главное, чтобы дети были вовремя накормлены, чтобы они были накормлены здоровой пищей, качественной пищей, доброкачественной, будем говорить, и чтобы не было никаких эксцессов в плане там отравления, еще чего-то. У нас таких вот ситуаций не было, за что мы, честно говоря, вот благодарны этому предприятию, что может быть где-то, скажем, не дотягивали до тех натуральных норм, которые нужно получить ребенку, но, по крайней мере, сохранили ему там здоровье, жизнь и так далее. Просимо начальника департаменту показати договір з комунальним виробничим підприємством, аби пересвідчитись, на що саме витрачаються такі кошти. Але нам відмовляють, мовляв, надайте офіційний запит, а ми вам відповімо. От в эту сумму 55 мільйонів, в нее входит только стоимость продуктов или сюда же заложены услуги там по транспорту, мобильным телефонам, зарплате каждого работника КОПа. А значит, в эту сумму они берут свои как, так называемые накладные расходы. Это заработная плата их сотрудников, это моющие, это, по-моему, медицинский осмотр туда вот тоже они включают. Это возмещение электроэнергии. Это могут быть центрозавоз у них там есть какой-то и потом со склада. Ну, это входит вот стоимость. Это. Вот в эти 55 миллионов. Да, да, это должно входить. Если нам сказали, что вот приготовили на 140 учебных заведений еды, ну, да, грубо говоря, закупили продуктов, но были завышены стоимость закупки там топлива, зарплаты, в общем, были финансовые нарушения. Это могло повлиять на качество продуктов или нет? Ну, в какой-то степени, да. З висновку комісії дізнаємось. На оренду у фізичних осіб 3 автомобілів у минулому році комунальне підприємство витратило майже 423 тисячі гривень. Згідно документації, орендовані авто заправляли бензином марки А92 покращеної якості. Хоча за технічними характеристиками в них необхідно заливати бензин А76. Тож лише у 2015 році на бензин підприємство витратило близько 400 тисяч гривень. Половина стоимости, которую перечисляли на питание детей, уходила на накладные расходы. Но если, конечно, платить за аренду автомобилей, которые, кстати, мы даже не знаем, использовались ли эти автомобили, но документы, вернее, бумага вынесет все, да, можно эти же там транспортные накладные выписывать там, но на самом деле использовались ли, не использовались, никто же не знает об этом. И заправлять грузовые машины самым дорогим бензином, который предусмотрен для легковых машин. И причем, как я отражал справки, я видел прекрасно, что машины оборудованы под газовые установки. И у меня вообще-то больше, чем я уверен, что ездили на газе там. И просто списывались деньги, и бессовестным способом это все ложилось кому-то в карман. Понятно, поэтому такие большие накладные расходы. И сама стоимость тех же машин, как я тоже отразил, если эти машины стоят в 3 раза дешевле, чем они за год платили аренду за эти машины. Телефоны, разговоры, то, что я отражал тоже. Я тоже не понимаю, как можно платить такую стоимость за безлимитные разговоры, когда
есть обоснованные нормальные тарифы, там, 10, там, в 15 или в 20 раз дешевле. Там. Поэтому, естественно, это все накладывалось на расходы предприятия. Они искусственно завышались. Деньги, скорее всего, вымывались с предприятия. Это все отражалось на качестве питания детей. На початку квітня 2016 року директор комунального виробничого підприємства Миколаївської міської ради Надія Шульченко звільнилась за згодою сторін. Аби отримати коментар, намагаємось додзвонитись за номерами корпоративних телефонів мобільного зв'язку, за обслуговування яких КОП сплачував понад 25 тисяч гривень на рік. Ті вимкнені. На самому підприємстві, угледівши знімальну групу та активістів, двері зачинились зсередини, а ворота охоронець замкнув на замок. Навіть своїх не пропускали. Шульченко пішла, а страх залишився. А ви думаєте, це за нас? Ні, взагалі не пускають. Ну, думаю, мабуть, і мене тепер не пустять. Полицию надо сюда на них. Что это такое? Справка 10 минут пишется, нельзя получить справку, уже час ходишь. Отже, через злочинну безгосподарність керівників страждають діти. А бездіяльність контролюючих органів сприяє втраті бюджетних коштів. Тому вирішуємо перевірити, чим і як годують школярів сьогодні. Йдемо в одну із шкіл міста на сніданок, яким, до речі, першачків годують о 8:40. Сьогодні в меню каша, тефтелі, половина яйця, хліб і сік. Директор школи зазначає, якість продуктів і страв влаштовує. У нас нареканий не було по поводу питання. У нас школа небольшая, буфет, питання к нам привозять, то есть у нас столової нету. Вот, ми получаємо питання з КОПа. Поэтому как бы питание горячее привозят нам несколько раз в день, в зависимости от графика питания, который у нас подписан, СЭС согласован. Вот поэтому как бы пока все нормально. Діти розповідають, їжа подобається, але більшість малюків майже все повертають. Після домашнього сніданку лише за один урок діти не встигають зголодніти. Отже, протягом року тисячі бюджетних гривень летять у помийне відро. Хоча комерсанти кажуть, і на недоїдках можна заробити. Але працівники їдалень стверджують, відходами підготовують собачок. Інша школа, її директорка організацію харчування також задоволена. Я постоянно читаю новости, слежу за этим. Этот вопрос очень актуальный, болезненный. И я, как человек заинтересован, я за этим очень слежу. Следит практически каждый у нас работник, дежурный, и работники столовой за этим следят. Вопрос поднимался на родительских собраниях. Родители вправе прийти, посмотреть, проконтролировать. Люди об этом знают. Но я же говорю, нам повезло в том, что люди адекватные. И некачественные продукты они в ход не пускают. Я не говорю, что у нас здесь ресторанное блюдо и ресторанное меню, но полноценная еда для ребенка возрастной категории абсолютно энергетически нормально, достаточно. Тем более, что столовая действительно старается. Ту же кашу кладут, масло сливочное, по вкусу добавляется все. И ребенок съест эту порцию свежую, горячую, и уже гарантированно, что целый день уже проблем не будет. Есть когда сосиска, когда вермишель, вот такое ест. А так, в принципе, редко бывает. Они обсуждали с мамочками вообще, как готовится? Ну, сейчас сказали, что вроде как получше. До этого было хуже. А сейчас вот вроде получше готовят. Якщо в перший день журналістської ревізії, директори яких ми застали зненацька, хоча і переживали, але спілкувались, то вже наступного дня після нашого візиту до начальника департаменту освіти ситуація кардинально змінилась. Говорити з журналістами з приводу харчування у дитячих садках завідуючі категорично не бажали. І я не хочу говорити об этом. На даний момент прекрасне питання в дитячому саду, чудесні продукти поступають. Інший дитсадок. Я не буду никакое давать интервью. Без разрешения управления образованием. Чому бояться? Не на камеру дехто шкільних вчителів зізнається, за необережно сказане слово можна залишитись без роботи. Шуліченко звільнилась, але інші ще працюють. Що ж до звільнення Надії Шуліченко, то можна сказати, що вона відбулась легким переляком. Хоча на пенсію, мабуть, заробити встигла. Наверное, действительно, что каждый мэр позавидует таким замкам и дворцам, и парку автомашин, которые есть там.
О чем оно говорит? Я же не думаю, что на трудовые доходы там. И вообще отношения, я не понимаю, как директор, допустим, предприятия мог себе начислять зарплату там по 30 тысяч там, или по 20 чем-то, когда у работника простого там минимальная там 1000 чем-то. И такое, есть такие факты. Это уже, считаю, должны правоохранительные органы разобраться, на каком основании такие зарплаты выше и в два раза, чем у мэра города зарплату. Неужели так, если предприятие блистало такими экономическими какими-то успехами? Я не заметил. На посадових осіб управління освіти міської ради було відкрите кримінальне провадження. Але згодом матеріали передали Національному бюро антикорупційних розслідувань. А сумнівними матеріальними статками екс-керівника комунального виробничого підприємства вже займається місцева прокуратура. Розпочато кримінальне провадження за фактом привласнення грошових коштів посадовими особами комунального підприємства щодо харчування дітей в школах та інших навчальних закладах. Кримінальне провадження розпочато за статтею 191 частину 4 Кримінального кодексу, а саме привласнення грошових коштів в великих розмірах. На сьогоднішній день слідство триває, проводяться всі необхідні слідчі дії. На теперішній час до суду направлено відповідні клопотання щодо витребування всіх необхідних документів, щодо діяльності цього комунального підприємства, перевірки всіх тих фактів, які мали місце в засобах масової інформації та надання вказаним всім фактам, прийняття по ним законних рішень. Втім, не всі працівники комбінату громадського харчування, в тому числі і колишні, вірять у корумпованість Надії Шлюченко. Ви ж знаєте, зараз везде всі хапають. Я не думаю, что она построила дома из-за комбината. Нет, может быть, где-то другой доход у мужа там или что. Я не думаю, что это у нее такой доход. А в комбинате зарплата, ну какая зарплата? 1000 гривен, 1200. Ну пусть у нее будет 5. Ну что, за 5000 она построит себе дома? Тож саме на це риторичне питання доведеться дати відповідь компетентним органам. А тим часом на вакантну посаду директора комунального підприємства «Комбінат громадського харчування» оголошено конкурс. Бажаючі можуть звертатись.